Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и с вами снова я, Виктория. Сегодня приготовим вместе один из самых простых и популярных рецептов – куриные ножки с картошкой, запеченные в духовке. Я вам предлагаю свой рецепт приготовления. Для приготовления мне понадобились следующие продукты. Конечно же, куриные ножки у меня вот такого размера, можно взять немного побольше, но слишком большие я тоже не советую вам брать. Также понадобится чеснок, сметана, майонез, специи, соль, растительное масло, картофель, морковь, болгарский перец, помидоры, лук и зелень. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Сначала я займусь курицей. Курицу я хорошо помыла, обсушила, и сейчас я ее буду мариновать. Хорошо ее солю, перчу и добавляю специи. Специи берите по вкусу. У меня это орегано, чеснок с имбирем и сушеный чеснок. Пропускаю через пресс свежий чеснок. Затем в курицу добавляю 2 столовые ложки майонеза и 2 столовые ложки сметаны. У меня сметана 30% жирности, можно брать любой жирности. Хорошо все перемешиваю. Перемешать нужно так, чтобы маринад полностью покрыл каждый кусочек курицы. Оставляю мариноваться курицу минимум на 30 минут, и пока займусь овощами. Очищаю лук, морковь и картофель. Нарезаю средними кружочками картофель, примерно вот такого размера. Морковь нарезаю на кружочки тонкого размера, так как она запекаться будет дольше. Затем беру блюдо для запекания, поливаю его немного оливковым маслом, выкладываю в него нарезанный картофель и морковь. Затем нарезаю полукольцами лук. Лук я использовала и красный, и обычный лук. Берите лук по своему усмотрению. С красным луком получается очень вкусно. Он придает немного сладости нашему блюду. За луком нарезаю помидоры. Помидоры нарезаю на полукольца среднего размера. Выкладываю помидор к остальным овощам и нарезаю болгарский перец. Берите то количество перца, которое вы любите. Смотрите еще больше рецептов на моем канале с курицей на обед, на ужин. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Затем нарезаю зелень. У меня петрушка. Выкладываю зелень к остальным овощам и сверху немного нарезаю на небольшие кусочки чеснок. Все обильно поливаю оливковым маслом, солю, перчу добавляю немножко куркумы. Куркума придаст красивый цвет и аромат нашему блюду. Добавляю опять чеснок с имбирем и немного сушеного чеснока и орегано. Все хорошо перемешиваю. Затем беру окорочки. Окорочки у меня простояли 30 минут и выкладываю их сверху на наше блюдо. Соус, который остался, я его развожу с небольшим количеством кипяченой горячей воды. Хорошо все перемешиваю до однородности и выливаю сверху на наше блюдо. Духовку я уже поставила разогреваться на 200 градусов. Ставлю выпекаться окорочки с картошкой в духовку ориентировочно на 1 час при 200 градусах. Запекались у меня окорочки 1 час. Посмотрите, какие они красивые и румяные получились. Пахнет очень-очень вкусно. Очень хороший рецепт. Очень советую и рекомендую вам его приготовить.
Получается очень вкусно, даже в летнее жаркое время этот рецепт очень хорошо идет на обед, ужин, и готовится все очень просто и быстро. Если рецепты видео вам понравились, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами!